Сегодня работаем на улице Молодежной. Здесь располагается автомойка и покрытие керамикой автомобилей. Посетителей особо нет, однако межведомственная комиссия в составе Роспотребнадзора и департамента потребрынка все-таки зафиксировала правонарушение. Была жалоба от посетителей о том, что здесь не соблюдаются санитарные меры. Ну и они подтвердились. Сотрудники здесь живут будто вообще в непандемийное время. Сразу же обратили внимание, что масок совершенно нет на людях. Они только потом, по просьбе межведомственной комиссии, их надели. Журналы термометрии не соблюдаются, не заполняются. Также обработка производится недолжным образом. Все эти правонарушения зафиксированы. Составляется акт в таком случае, в случае правонарушений. Потом уже юридическое лицо приглашается на составление протокола, и суд решает и избирает меру, которая будет действовать уже на это юридическое лицо. Это либо штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо прекращение деятельности на срок до 3 месяцев.